И всем привет, Сажи браток, и сегодня, ребят, мы продолжаем смотреть реакцию пафунов. Еее, давно не было, кстати. Правда, ну, кажется, 3 месяца уже. А, нет, 3 месяца, слишком, ребят, много. Ну, короче, кажется, весной вообще у нас не было реакции пафунов уже. Да. Это у нас FNAF FM сезон 4, короче. Короче, тот, который 3 месяца назад, наверное, был, или 2, я не помню точно именно сколько не было, но кажется, 3 это уже скоро будет. А там у нас уже выходит и сходящая душа скоро. И нам надо сначала посмотреть секретное оружие, а потом сходящая душа. Пропустил, ребят, пропустил. Бывает с кем? Взял, пропустил. Ну, вообще-то я, ребята, это уже перезаписываю второй ролик, если честно. Я второй раз перезаписываю из-за того, что я забыл включить звук. Звук забыл включить, чтобы меня было слышно и что они там говорят. Не, я мог потом что-то там делать, монтировать, только мой голос. А так бы вы не слышали бы даже звук там. Так что, ребята, я перезаписываю. И сейчас начнем смотреть. Прям начинаем сейчас, ребят. Не затягиваем. Извините, что вчера не было ролика, кстати. Да, вчера ролика не было, извините. Я плохо себя чувствовал в тот раз. Из-за этого не получилось ролик снять. Так что, ребят, сегодня 2 ролика, надо упущенное опустить. Упущенное надо нам убрать, чтобы не было. Ну ладно, все, давайте, ребят, начнем уже хоть разговаривать. Погнали. Секретное оружие, ребят. Часть первая. Их 3 части. Как всегда. Скраб-трап, ты... Но как? Я не знал, что ты можешь драться так классно. Ну, если честно, я тоже еще не знал. Кстати, графика изменилась. Даже аниматроники изменились. Ну, я имею в виду... Что ж, я тебе рассказывал не совсем все. Имею в виду... Олдов. Я уже слишком стар для этого. Старый. Сколько лет прошло? Много лет прошло. Может, 60 где-то. Мы обсудим это позже. Ну что, как она? Не пытайся сбежать снова. Ты знаешь, что это? По Я идее, да. просто вернусь назад во времени и остановлю тебя, если ты что-то вытворишь. Ты ничего не сможешь с этим поделать. Ты не знаешь этого, верно? Как же это возможно? Контроль разума был моим секретным оружием. И ты знала, как остановить это. Я же говорю тебе, что мы из будущего. И ты все равно не поверишь. Да. Потому что ты использовал контроль разума и на мне. Да, бывало такое. Не, могу сказать сейчас прям точно. Пока самое лучшее по FNAF FM. Там песни некоторые делают, я смотрю некоторые. Так что я знаю, как тебя остановить. Они тоже классные. Интересно. Ну вот этот, который сезон. Ты не даешь мне выбора. Как сериал, можно сказать. Ну, классно вообще. Офигенно. Я сдаюсь. Сдаешься? А вот камера, кстати, работает. Да. Короче, ребята. Я немножко что-то понял. Хоть я это уже давно понял. Потому что я перезаписываю, как еще расскажу. Ладно, давайте переходим к следующей серии. Так, и мы начинаем. Секретное оружие, часть 2, ребят. Погнали. Не затягиваем видео, сразу погнали. Ну, что, кстати, с охранником случилось? Подождите секунду. Ты сдаешься? То есть просто так? Ты Голден Фредди? Скраб-трап.
У тебя всемогущие силы. Ты можешь уничтожить нас. И ты сдаешься? Логично. Серьезно? Ты можешь просто заткнуться. Она выглядит уродливее, когда злится. Что ж, моя сила ничто по сравнению с путешествием во времени. Я знаю этот аппарат, и я ничего здесь не смогу сделать. Поэтому я и сдаюсь. Тоже логично. Тогда не будем напрасно терять время. Ты придешь в сознание, когда мы закончим. Будущая кнопка. Будущие кнопки. Пик. Ну, сейчас делами поменяются, что они там. А наши современные. Вместо старого. Местами, короче, поменяются. Ну что, пожмем лапы. Не руки, а лапы, можно сказать. Все, закрыли. Здесь слишком шумно. Может быть, я проверю, есть ли тут то в округе. Хорошая идея, но не делай ничего глупого. Эй, ты знаешь меня. И вот почему я волнуюсь. Не будь такой, дай мне шанс. Иди. Ты не будешь разочарована. Наверное. Где я? Голден Фредди? Все, вернули. Той Чика? Что-то странное творится. Очень странно. Очень странно, согласен. Что, ребят, переходим к следующей серии. Потом я скажу, что... Ну, выскажусь. Что я скажу там. Ну ж, погнали. Погнали, парк, сразу. Я вижу, ты нашла некоторые мои файлы. Да, но я не могу найти кое-что еще. Постой, это место... И это тело. Это прошлое. Старые дни, когда ты хотел убить нас. Зачем ты изменила прошлое? Это опасно для будущего. Я мог убить тебя. Это единственный поток времени, когда день Фредди был безобиден. И я могу безопасно спросить тебя о кое-чем. Ты могла взять первую пиццерию после закрытия Фредбергской. Я бы не угрожал в те дни, если бы марионетка не вызывал такие проблемы. Марионетка был злым? Просто он не был никогда злым. Просто я жил тогда, когда вы, ребята, еще были живыми. Но он был безумен. Он никогда ничего подобного не говорил. Я не существовал в те дни, так что я не хотел рисковать. Потому что ему стыдно за то, что он сделал. Но это история другого времени. Да. Откуда взялась эта дверь? Да, мне, кстати, дверь вообще удивил. Что за дверь? Фальшивая стена. Так, что же ты хочешь спросить меня? Твой секретный план. Ты сказал, что найдешь способ победить Тень Фредди. Оу.
Я вижу, ты не нашла другого пути. Я сказал тебе все в тот момент. Во-первых, тебе нужно восстановить себя. Ты не можешь быть в таком ужасном состоянии. Как я должна сделать это? Время посетить секретную комнату. Секретная комната, Я никогда не знал об этом месте, потому что ты не должна была знать о нем. Здесь лежали костюмы аниматроников. Я, конечно, нашел две полных версии тебя. Ты можешь выбрать один или другой, и тебе нужно уйти из прошлого. Как я починю свою руку? Ты аниматроник, используй функцию самовосстановления. Сделай, что нужно, и возвращайся ко мне. Ну, кстати, тупой был вопрос. Тебя. Как восстановить руку? Ты же аниматроник, ты же можешь это. Логично. Вот люди не могут восстановить руку. У них отвалилось все. Отвалилось навсегда. Только роботическую можно. Ну, не роботическую, какие там вставляют руки, я не знаю. Теперь я знаю, почему я никогда не могла найти запасные костюмы. Ой, да их там три даже, а не два. Эндоскелет, эндоскелет. Вот, в смысле он превратился в кошмарного? Меня вот это все удивило. Нет. Огонья. Нет. Не снова. Так, свобода. Я обещаю, что спасу тебе. Трус. Я не проиграю. Ты уже проиграла. Нет. Нет. Бесполезно. Оставьте меня в покое. Интересно, как секретная комната влияет? Или это что-то у них в голове? Чик-чик. Вот что-то с глаза потекло в кепчик, походу. Я наконец-то очнулась. Ну что, ребята, вот мы посмотрели все три части, которые я пропустил. В конце где-то весны мы уже снова начнем смотреть, потому что там уже скоро выходит. Да что, ребята, такие дела. Ну что, ребята, что сказать могу. Тут уже что очень много рассказали. В пиццерии там первой, которая была самая... Маринетка была злой. Что? Этого я вообще не знал, если честно. Нам никогда не рассказывали про это. Нам только сейчас это рассказали. И про секретную комнату. Что за секретная комната? Что там костюм вообще делает? Костюм. Там целую кучу костюмов. Интересно, будет потом битва? Марионетка против Голден Фредди. Второй дубль. Или не будет никакой битвы. Или она за помощью пойдет. Фиг знает. Потому что одно идти против троих как-то опасно. Так что, ребята, мы увидим, наверное, в следующей серии. Я уже, честно, не помню, какая уже серия. Следующая серия у нас будет фиг знает. Фиг знает какая. Короче, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся, ребят, в следующей серии. Всем пока.